в апреле в Московской области начнут проводиться выборочные тесты на наркотики. Кроме Министерства здравоохранения, никто не знает, в какой школе завтра состоится этот тест. Эти тесты будут проходить до декабря этого года и пройдут во всех школах наших муниципалитетов, сообщила заместитель председателя комиссии по качеству жизни граждан, здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Московской области, представитель уполномоченного по правам человека Московской области Оксана Мишонова. Пятого апреля состоялось первое заседание призывной комиссии Ленинского муниципального района под руководством главы района председателя призывной комиссии Олега Хромова. На заседании были вызваны 11 граждан, зарегистрированных в Ленинском районе и подлежащих призыву Вооруженной силы Российской Федерации. Всего планируется вызвать более 450 человек. Заседания призывной комиссии будут проходить по вторникам и четвергам. Призывная кампания продлится до 15 июля 2016 года. Состоялось видеоселекторное совещание по вопросу модернизации инфраструктуры военных городков. В ходе совещания отмечено, что в муниципалитетах проведена работа по инвентаризации переданных и передаваемых военных городков. Формируется план необходимых мероприятий по восстановлению инфраструктуры с учетом первоочередных пожеланий их жителей. 10 апреля муниципалитетами должны быть предоставлены комплексные дорожные карты с указанием перечня мероприятий, источников их финансирования и конкретных лиц, ответственных за реализацию. Состоялось первое заседание оперативного штаба народных дружин Ленинского муниципального района под руководством заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Александра Селезнева. Участники штаба обсудили вопросы планирования работы народных дружин, графики работы дружин по охране общественного порядка, взаимодействия народных дружин поселений с УМВД, а также вопросы материального стимулирования и страховки народных дружинников.